Всем доброго дня! Меня зовут Вера Мазепина, и в сегодняшнем видео-мастер-классе мы продолжим знакомство с простейшими видами сборок украшений и соберем своими руками объемный браслет. Для изготовления браслета нам потребуются инструменты в виде круглогубцев и бокорезов, фурнитура из крошки сердолика и бисера. Основой нашего браслета будет служить проволока с эффектом памяти. Для изготовления браслета воспользуемся бокорезами и откусим от общего витка проволоки 3 кольца. Отсчитываем от проволочки 3 полных колечка. 1, 2, 3 и откусываем бокорезами. Основа для нашего браслета готова. Для сборки бусин на проволоку необходимо обработать ее край. Для этого отгибаем круглогубцами край проволоки на 90 градусов и заворачиваем этот край в петельку, также с помощью круглогубцев. Край проволоки обработан, и мы можем приступить к сборке бусин. Узор нашего браслета будет состоять в следующем порядке. Нанизываем на проволоку одну крошку сердолика и чередуем ее с бисером. Повторяем узор. После того, как вы собрали браслет до конца проволоки, нам необходимо обработать ее второй край. Отгибаем край проволоки плоскогубцами на 90 градусов и заворачиваем край в петельку. Поджимаем петельку плоскогубцами, чтобы у нас ничего не высыпалось, не рассыпалось. И край зафиксирован. Наше украшение готово.